Всем привет! Сегодняшний репортаж я веду прямо, начиная с улицы, там, где выставлены мои картины. Приближается зима, у нас еще тепло. Я вот, как художник календарный, такой вот выставила уже зимние работы свои. Здесь еще присутствуют портреты. Это мои картины такого рекламного такого характера. То есть я показываю людям, что я могу рисовать под заказ портреты. Это вот на улице такие осенние, романтические. И вот здесь вот тоже вот Сережины птицы, они у меня всегда. И вот мои портреты. Так, заходим в мастерскую. Здравствуйте, картины. Ну, как говорила моя постоянная подписчица и заказчик мой приятный Ирина, она говорила: ваша мастерская нашпигована картинами. Да, она нашпигована и большими картинами интерьерными, и вот интерьерными, и маленькими миниатюрами. И когда собирается большое количество, я начинаю организовывать. Здравствуйте! Организовывать таким способом. Вот их тут собрала. Это миниатюрки на картоне. Ну, сейчас ко мне зашли, и я буду закругляться.